Игорь Хохлов с 89 года работает в Барвихинском отделении полиции. Пришел он туда в звании простого рядового. Со временем стал оперуполномоченным. Сейчас он подполковник полиции и начальник Барвихинского отделения. Несколько лет Игорь Иванович работал в горках, но потом вернулся в родные пенаты. Он уверен, важно завоевать доверие граждан. Без этого ничего сделать нельзя. Я считаю, что спайка общества и правоохранительных органов, полиции, ФСБ, они дадут только положительный результат на благо всего нашему обществу, нашему государству, нашему народу. В Барвихинском отделении полиции сейчас работает 27 сотрудников, а на территории обслуживания постоянно проживает 25 тысяч человек. В летний период это число увеличивается в несколько раз. За каждым населенным пунктом закреплен свой участковый, который принимает как в дневное, так и в вечернее время. Работа у полицейских непростая, порой даже стрессовая. Но стражи порядка в первую очередь служат для людей и к любым встряскам на выездах готовы. С оружием, там, допустим, совершают разбой. Вот. Тут, соответственно, другая ситуация и достаточно сложная, требующая, так сказать, определенных психологических и физических усилий сотрудников. То есть в соответствии с законом о полиции, в соответствии с 23-й закон о полиции, будет, возможно, даже применено оружие и, соответственно, могут применяться также спецсредства. Чаще всего в отдел полиции обращаются с такими правонарушениями, как распитие спиртных напитков и курение в общественных местах. После появления на территории поселения системы видеонаблюдения раскрывать преступления и замечать нарушения стало намного проще. Ваша безопасность в ваших руках. Без вас мы тоже не справимся. Мы на вас надеемся. Вы должны нам помогать, вы обязаны нам помогать. Мы служим ради вас, для вас и ради вашей безопасности. Жители Барвихинского поселения с теплотой отзываются о местной полиции и благодарят начальство за индивидуальный подход к каждому, кто обратится в правоохранительные органы. У них все в порядке, в целом. Все в порядке. Серьезных таких висяков, преступлений у них нет. Все практически, не буду на проценты переводить, но нормально, благополучно сейчас обстановка. Только хорошее могу сказать о нашей полиции. Люди внимательные, отзывчивые. Моя работа связана с тем, что я, два раза в неделю я точно сюда хожу по работе. И любой вопрос, любая, как говорится, какая-то вот просьба всегда решается положительно, всегда идут навстречу. Безопасность, я думаю, что на высоком уровне у нас в поселке. Ко мне детки ходят спокойно заниматься и днем, и вечером. Вот, претензий к полиции нет, мы всегда сотрудничаем оперативно, если какие-то что-то вопросы возникают, Игорь Иванович оперативно на связи. Игорь Хохлов считает, что настоящий полицейский в первую очередь должен быть примером для граждан. В нем не должно быть хамства и высокомерия. На вопрос журналистов, как сотрудники относятся к шуткам о полицейских, Игорь Иванович ответил положительно. Критику надо воспринимать разумно и работать над теми недостатками, о которых так часто шутят и говорят.